Теперь, не все. Почему-то я решил так. Я в Москве видел Воющую вишню два раза в Подмосковье. Есть ее невозможно. Смотрите, вот это вот я ни при чем. Это люди уже успели, получив, по-моему, скорее всего, только один урожай. Из моих косточек. И уже все, принимают заказы. А это я только приветствую это. Ведь дело в том, что это такая диковина, как может супер морозостойкая воющая вишня, в отличие от вишни обычной, сахара гораздо больше, тут еще замучаешься кушать, три раза съешь и полный, ну, дальше не принимает организм, ее надо в основном на переработку. Сладкая вишня даже у меня не каждое дерево, ну, съедобное. Чего тут говорить про это? А здесь, пожалуйста, съедобное.